Абакан, Нижняя Согра. Так еще недавно выглядела улица Буденного. Растаявший снег обнажил все, что накопилось за зиму. Эти фото были опубликованы в одной из социальных сетей. Впрочем, сегодня это место не узнать. Мусорных завалов нет. Накануне здесь навела чистоту городская спецавтобаза ЖКХ. Увы, такая красота продержится недолго, уверены некоторые местные жители. По их мнению, одна из причин – дачники, которые регулярно вываливают здесь свой мусор. Они останавливаются, выбрасывают мусор. Ну, здесь мусор постоянно. Завален район постоянно. Ветер начинается, все несет к нам туда, вниз. Впрочем, староста Нижней Согры Татьяна Макарова заверяет, экологию района ухудшают вовсе не дачники, а сами жители, которые не могут донести свои мусорные пакеты до контейнера. Что до оскандалившейся улицы Буденного, то в этом году здесь был наведен порядок даже раньше, чем обычно, утверждает староста. Вообще за две недели вот этой вот уборки подснежников зимних с территории жилого района вывезено 140 кубов ручным способом убранного мусора. Поэтому никто к нам не приезжает на Согру мусорить. Мы мусорим сами, потом сами же это все идем и убираем. Но не можем мы взять такое покрывало, да, которое покрывало магнит, и сразу на район набросить и притянуть весь мусор в раз. Естественно, все убирается по графику. Кроме того, делится Татьяна Макарова, в ближайшее время в Нижней Согре пройдут субботники, в которых примут участие школьники и местные общественные организации. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС.